молодец. А вот здесь что-то происходит уже, по-моему. Тут какой-то активный король у черных на поле C5. Пешка какая-то мощная. Если мы немножко наедем, да, на доску, то сможем попытаться распознать. А у нас слон на D5 зато, да? А, нет, ну там ничего страшного, но Магнус на всякий случай привел пешку. Ну, ладья-то вторгается, здорово вторгается ладья. Пешка А2 – это главная надежда, главный объект атаки черного коня, она может пройти. Ой, и пешка на D7 стоит очень неплохо. G4 – это куда? Это на H3 ладья. Это я понимаю. С контр-игрой против пешки А3. Да, кстати, разумно, да. Ну, правда, да, то есть... могу пойти конь B4, ладья H3 и окей, ладья А8, а там слон на D5. Спрятался хитренький слоник, да. G5. Все-таки заходит за этой. Ну, он хочет сыграть ладья c3, ладья b3. Мата нет, но пешка b6 тоже кое-чего достоит. На d4 может король просочиться. Я не знаю, мне как-то не вызывает однозначного... Мне нравится, нет, перку отдал, что-то там происходит, непонятно. Зря он на f4 отдал в такой редакции. Сейчас ладья-то зайдет по линии h. То есть черный активизирует фигуру, но белый свои козыри, но... свои плюсы, c5, да. Ну, пешка F сейчас уже пешка F начнется. На самом деле, может быть, от исхода этой партии, поскольку Магнус Карлсен эту худшую позицию начал играть на выигрыш, зависит... Ой, ну, да. Ой, какой король. Ой, какой король при наличии пешки F. Не будь пешки F, ничего не с ним, было да. страшного, да, да. А тут ладья атакована, F3. Нет, так сейчас же... И король идет на F4. Ой. Ой, может быть, не сразу. E5. E5 играть обязан, конечно, но... Ну, все равно король G3. Все равно король G3, правда что потом? Король G3. Может быть... Ладья D1 угрожает. Так. Ладья E3, какой интересный, да? Ну, любой единственный ход, понятно, уже. Что на это было рассчитано. Конь C2, нет хода, висит пешка на F3. Можно интересно. Взять на E5. Ну, напрашивается взять и на E5, без дураков. А потом посмотрим. А теперь конь C2, нет, ну... И что дальше? И дальше вот такая позиция. Да, и вновь Женя остался без... Но это не самое худшее, может быть, правда, на может одном фланге. Быть, на одном фланге, на одном фланге это самое худшее. То есть нет хода король D3, надо играть. Король D3 под шах попал. C6! Гениально! Да. Конь B4. Конь B4 и... И Магнус Карлсен по дополнительным показателям. Непонятно абсолютно, кто из них по дополнительным показателям. Какие дополнительные показатели, смотри. Да, этого мы...